собрались. У нас очень насыщенная программа. Оголяет свое плечо. Мне очень нравится. Приглашаю вас с нами. Так, друзья, мы добрались. А сейчас мы идем кушать. Машу заселили в номер, меня заселили в апартаменты. Все классно. Номер шикарный. Название отеля мы оставим здесь вот. Маш, как тебе Тбилиси? Дождливо. Дождливо. Я так спрашиваю. Прекрасно. Как будто да, ты в первый раз, да? Так, сейчас я вам покажу сережки, которые заказала у одного грузинского дизайнера, и так как он даже мне не сделал скидку, поэтому я не буду его пиарить. Но приятно, что они делают сережечки в пакетике. Бренд не показываю. Блин, мне очень нравится. Вообще. Второй день. Марина, посмотрите, Марина какая. Загар. Короче, я такая говорю, Маша, давай сейчас покажу тебе, как AirDrop включать. Я ей уже не раз показывала, и она забыла. И я, значит, включаю камеру, а она оголяет свое плечо тут же. Представляете, какая она хитрая лиса. Лайфхак, как включить AirDrop в этом видео. Первое, включу Машу. Смотрите, мало ли кто-то не в курсе. Зажимаем вот таким квадратом. Я так и делала. И вот AirDrop. Включить для всех. Друзья, в общем, расскажу вам наши планы. Сейчас мы с Машей поедем на озеро. Маша неистово хочет загорать. А я буду в это время снимать ролики для своего канала по поводу похудения. Короче, расскажу немного вам про грузинский сервис. Пришли мы, значит, сейчас в кафе. Минут 15 мы ждали, чтобы на нас просто обратили внимание. Меня это жутко раздражает. Маша сидит спокойно, как рыба. И она сказала, что не надо требовать больше от людей, чем они могут типа дать. Мы без мужчин пришли, поэтому их это раздражает. Я подумала, что ты имеешь в виду, что как бы они девушки. Типа то, что мы русские. Да. Мы русские, красивые. Пошли. Ребят, привет! Сегодня 24 мая. Девочки из тура приехали, и я уже всех встретила. Все пока гуляют по своим делам. Через полтора часа у нас начнется обзорная экскурсия по Тбилиси с гидом. И я уверена, что через экран вы тоже проникнетесь красотой этого города, этой страны. Ну и дальше у нас по плану ужин. То есть сегодня такая лайт-версия. Мы знакомимся, мы делимся планами на ближайшее время. Точнее, я делюсь планами с девочками на ближайшее время. У нас очень насыщенная программа, экскурсионная, обучающая. Я даже не знаю, как мы это все впихнем, потому что и хотят шопинг, и еще и хотят на озеро позагорать. Короче, посмотрим. Я надеюсь, что мы все успеем. Все останутся довольны и запомнят Грузию именно такой, какой узнала я, с какой меня познакомили. Так что приглашаю вас с нами. В общем, мы поднимаемся в гору. Посмотрите, какие счастливые лица у девочек. Маша, ты счастлива?
нас тут продолжается экскурсия по Тбилиси. Рассказывают всякие интересные факты. Девочки, конечно, уставшие после перелета. Но буквально еще полчаса, и мы пойдем есть.